всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. И, конечно, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписывайтесь, обязательно пишите мне свои комментарии. За основу буду использовать смесь различного салата, и у меня были брюшки копченой форели, буду использовать их. Нарезаю небольшими кусочками, сперва очищаю от кожи и достаю косточки. И удобнее всего разделывать рыбу мне филейным ножом. У меня как-то спрашивали, вот этот филейный нож у меня из IKEA. Вместо копченой можно использовать и соленую рыбу, будет тоже очень-очень вкусно. Затем начинаю собирать салат, выкладываю сверху листья в произвольном порядке, нарезанный мелким кубиком болгарский перец. У меня приблизительно половинка перца. Дальше выкладываю ломтики рыбы. Немного салат посолю и поперчу по вкусу и заправлять буду бальзамическим кремом. Я дополнительно масло растительное никакое использовать не буду для того, чтобы снизить калорийность. Ну а вы, если хотите, то, конечно, можете заправить еще, например, оливковым маслом. Будет очень-очень вкусно. А вот такой в итоге очень вкусный и очень-очень быстрый салат получился. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится. И, конечно, преимущество этого блюда в том, что оно готовится буквально там за 5-10 минут. Главное нарезать кусочки рыбы. Ну а теперь большое всем спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро.